Всем привет! Метатель в гостях у Бирхантера. Ну что ж, мои первые впечатления об арбалете Doom Armageddon. Скажу сразу, здесь 43 килограмма, максимально разрешенная мощность. Можно поставить и 200 килограмм, но у меня разрешения нет. Я законопослушный гражданин. Ну давайте, я пристрелил его с 12 метров. Здесь 33 метра. Давайте постреляем, а потом я расскажу, чем он мне понравился и все остальное в этом роде. Тут как бы упор, чтобы двумя руками заряжать и ногой упираться. Но у меня и здоровья хватает, и роста, и всего остального, чтобы заряжать одной рукой. Давайте. Берем стрелу бирхантеровскую. Шатун. Братан, видно? Все, заряжаем ее сюда. Скажу сразу, повторюсь, вернее, я пристрелил с 12 метров. Не знаю, что с 33 метров получится, но потом увидим, что получится. Давайте. Первый выстрел с 33 метров. Doom Armageddon. Так, где там Мишелька? Мишенька. Вот. Ох ты, ё-моё! Круто, ребята! Первый выстрел прям точно в центр. Так, второй выстрел. Та же самая стрела. Шатун же, по-моему, шатун. Трехперевая стрела на Doom Армагеддоне. И смотрите, заряжалка какая, не от ноги, а ручной завод. Так, ну что ж, вторая стрела. Так бы еще и третья зашла, честно сказать, было бы офигенно. Ну и третья стрела. Как она еще раз называется? Шатун. Трехперьевая. Так. Предохранитель снимаем. И стреляем. Ну, по звуку слышали, правильно? Так, давайте я сейчас по-быстрому сбегаю и будем говорить. Братан, камеру не выключай. Ребята, короче, первый выстрел почти в середину, второй чуть выше, а третий, слышали, щелчок. Я попал, блин, в хвостовик, и она выше ушла, а шла прям ровно в середину. Ну-ка, наведись. Ай, блин, подожди, упала. Вон, видишь, навелась? Видно? Прям в хвостовик попал. Дурацкая привычка, как у меня, нож в нож. Видите, и стрелу в стрелу попал, ну, стрелу загубил. В принципе, не загубил, просто хвостовик надо убрать. Слушайте, ну, 43 килограмма, 33 метра. И повторюсь еще раз, я с 12,5 метров пристреливал. С 12 метров пристреливал. И видите, как на 33 метра. Офигенная штука. Так, ладно, мишень пока в сторону уберем. Теперь давайте общее впечатление об арбалете. Арбалет мощная штука, сразу говорю. Doom Armageddon классная вещь. Ну, смотрите. Приклад, в принципе, мне хватает. Подержать и все, настроить, все нормально. Единственное, 43 килограмма, больше я ставить не буду. Здесь можно и 200 килограмм поставить, чтобы 500 километров скорость была. И арбалет мощненький был. Но я с законом дружу, поэтому здесь максимально разрешенная мощность будет 43 килограмма. Сколько тут? 12-кратный, по-моему, что ли? 16-кратный прицел, я думаю, перебор. Можно поменьше что-то поставить. А эту бандуру убрать. Но, с другой стороны, у меня зрение плохое, я вижу все хорошо. Поэтому я этот прицел, наверное, все-таки оставлю. Единственное, здесь вот надо какое-то крепление мне сделать для одной руки. Но здесь рассчитано на то, что когда будет 200 килограмм, там уже ногой упираться сюда и двумя руками возводить. Поэтому нужная вещь. Тем более, что... Слушайте, ну классная вещь. Никаких приспособ не надо. Пальцы не надо зажимать. Взял, уперся. Рукой взвел натяжителем, и все офигенно. Сошки здесь в комплекте классные. Эта штука, по идее, мне не нужна, потому что я так взвожу. Но я ее все равно оставлю. Удобно за нее носить. Короче говоря, мои впечатления о Doom Armageddon. Офигенная вещь. Классная вещь. Бирхантер. Даже майку мне прислал, бирхантерскую кепку. Бирхантер, Doom Armageddon от метателя, скажу. Рекомендую. Офигенная вещь. Я доволен.
Классная вещица. Ну, сами видели. Первая же пристрелка с 33 метров. И видите, первый же выстрел почти в середину. Там видно? Потом чуть выше пошло. А третий, наверное, по хлопку слышали. Вот я сюда попал, и она выше ушла. Шла вот сюда вот. Ну, точно стрела в стрелу. То есть кучность даже 43 килограмма на 33 метра. Во! Что могу сказать? 33 метров кучность офигенная. Так, ну что ж. Пишите комментарии, как вам метатель. В гостях у Берхантера. Буду здесь часто появляться. Так что подписывайтесь здесь тоже. На канале у себя буду метать, а здесь буду стрелять. Любой мужик пострелять готов. Но смотрите, арбалет полляма стоит, но там плечи в комплекте, повторюсь, на 200 килограмм. Здесь 43 килограмма. У кого есть разрешение, кто-то на свой страх и риск установить 200 килограммов в плечи, будет 500 километров в час скорость. Ребятки, ну это всю мишень насквозь прошьет, и там... Вот этот прицел точно, он со 100-150 метров в точку будет уходить. Честно сказать, я доволен. А знаете, что самое главное мне здесь понравилось? Когда на спуск жмешь, плавненько, чпок, даже не замечаешь, как выстрел происходит. Арбалет не дергается, стрела летит классно. Плавный спуск. Вот такого я в арбалетах не видел. До этого у меня был здоровенный арбалет, я от него избавился. Жмешь кнопку, он ду-дум. Ну тоже рекурсивный, только с обычными плечами, а это с обратными плечами. И арбалет достаточно легкий, я бы так сказал. Тот у меня был раз в 2-3 тяжелее. А это вещь, должен сказать, огонь. Кто не подписан, подписываемся, пишем комментарий. Сильное название — Doom Armageddon. Я доволен. Подальше отойти, 43 килограмма. Попробовать, как с 50 или со 100 метров стреляет. Повторюсь, 43 килограмма. 43 килограмма. Вот посмотрите, как кучно. Всем пока, до новых встреч.